В Алматы сегодня прошел круглый стол на тему ожидаемые кризисы и меры противодействия со стороны казахстанского бизнес-сообщества. Организатором встречи выступила демократическая партия АкЖол. Одним из главных пунктов предвыборной программы партии является поддержка малого и среднего бизнеса. АкЖол предлагает комплекс мер для его развития и защиты. Это, в частности, парламентский мониторинг деятельности национальных институтов развития по поддержке частного бизнеса. Главная цель при этом обеспечить эффективность использования государственных средств, выделенных на развитие предпринимательства. На встрече также было заявлено, что партия АкЖол одобряет и поддерживает интеграционные процессы, но при этом на казахстанском рынке отечественные товаропроизводители должны иметь льготные условия. Мы рассматриваем непосредственно предложения, которые идут от бизнес-сообщества по защите своих интересов, по защите своих инвестиций, по защите своего бизнеса. Вместе с тем, мы в своей платформе предложили ряд очень серьезных мер, направленных на создание благоприятного климата для ведения бизнеса в Казахстане. Сегодня же стало известно, что партия АкЖол предлагает включить своих представителей в правительственную комиссию по расследованию событий в Жаназене. Инициатива исходит от лидера партии Азата Перуашева. Соответствующее официальное письмо направлено на имя председателя комиссии Умирзака Шукеева.